Всех приветствую, друзья, с вами Джокер, вы на канале Джокер Кипиш, игра у нас Clash of Kings. Друзья, срочная новость, у нас перелет 7 сентября, так что, друзья, давайте паковать чемоданы и давайте ознакомимся с этим. Информация официально, перелет будет 7 сентября, перелет длится на 3 этапа, регистрация и перелет, аттестация. Так, регистрация проходит с нуля. Это у нас по системному времени 3 часа ночи до 12 по системному. Так, времени так. Аттестация с 12 до 12.30, это получается с 3 до 3.15 она. И перелет сам с 12.30, это получается у нас с 15.30 до 3 часов ночи. Вот как-то так. Поэтому, ребят, начинаем искать королевство для себя обязательно, начинаем искать себе, кому нужны замки, начинаем как бы двигаться, суетиться в этом плане, потому что, ребят, потом знаете, может быть, а что, где и вы уже опоздали. Потому что, ну, времени осталось совсем немного, грубо говоря, у нас есть меньше 2 недель, поэтому собираемся. Мы, ребят, из этого королевства будем улетать, я вам сразу же, ребят, говорю, меня в этом королевстве больше не будет, я и моя команда, мы отсюда уходим, пока неизвестно куда, так что, кто хотел когда-то прилететь сюда к нам в королевство, ребят, обратите все внимание, это важно, здесь нас не будет, трон здесь останется, скорее всего, ну, из ребят, кто не сможет улететь, естественно, они получат здесь трон, им передадим, а кто здесь останется воевать, еще непонятно, в плане того, что соперники, это у нас китайцы НГУ и китайцы, вот этот альянс Аки. Так, и получается, что, скорее всего, ну, всегда у Аки есть разведчики китайские, прилетали, скорее всего, сюда набежат куча китайцев, и этот кор станет китайским. Поэтому, ну, кто хочет тут за трон бороться с ними, или же просто защищать его, милости как бы просим. Отсюда мы будем выходить 100%. Так, по поводу набора к нам в команду, набора нет, только если в личку, ребят, ищем только сильные замки, как бы. Ну, не обязательно как бы сильная, главное это активная и замки примерно типа как мой. Вот, если у вас есть такой замок, хотите играть в нашей команде, то пишите мне в личку. Вот, на этом, друзья, в принципе, все. И, кстати, друзья, сейчас у нас идет распродажа здесь, в игре. И у меня есть возможность приобрести облик дешевле. Цена облика в 3000 рублей. Здесь вам выйдет в районе 5000, через токены выйдет где-то 3300. В любом случае вы сэкономите или 3200 или... Так, вот, на данный момент у нас есть вот такое вот чудо, и вот такое вот. Кому интересно, обращайтесь, получите облик, или же вот этот вот внешний вид, или что-то, дракончик летает. Ну, мне кажется, не очень, а вот облик, в принципе, неплохой. По поводу, сколько у него уровень, 100 или 75, не знаю. Скорее всего, друзья, 75, к сожалению. Вот, на этом, друзья, все, с вами был Джокер, всем удачи и хорошей жизни. Пока.